В настоящее время очень важным является постоянное взаимодействие жителей и представителей местной власти. Благодаря такому сотрудничеству руководству района удается держать руку на пульсе жизни и своевременно решать наболевшие вопросы. Мы уже рассказывали в нашем репортаже о сходе жителей молодого микрорайона «Южный», в котором принял участие глава Славянского района Роман Синеговский. Проживающие там славянцы смогли донести свои проблемы до районного руководства, показав на месте, где необходимо провести благоустройство, и были услышаны. Решение их проблем не стали откладывать в долгий ящик. В благоприятное время до наступления холодов большинство вопросов необходимо было решить. Что уже сделано и на что еще нужно обратить внимание, было обсуждено на еженедельном часе контроля, который провел глава Славянского района. Ту программу, которую мы, в принципе, жителям обещали, договаривались между собой, мы ее процентов на 80 уже реализовали, да? Глава Южного округа Наталья Величко, которая встречалась с жителями, подробно информируя их о ходе работ по намеченному плану, довольна тем, что сделано. Взяли все на контроль, все обсудили, решили, что в первую очередь будем выполнять. В итоге выполнена программа минимум, будем говорить так. В первую очередь сделан в асфальтном исполнении тротуар по улице Весенней с выходом на трассу, к остановке. Подготовлена подушка уже начатой работы по строительству тротуара по улице Пухи. Он также будет в асфальтном исполнении выполнен. Прогредированы основные улицы, те, которые просили жители в первую очередь прогредировать. Это Пухи, Придорожная, Весенняя, Луговая. Очень помогает жителям новая лестница около остановки, а также улучшение работы маршруток. Самое главное, они видят, что слова районного руководства не расходятся с делом. С апреля месяца по этот момент практически все вопросы Роман Иванович решил. Ну, остались незначительные вопросы, которые, я надеюсь, он все равно их решит, и они не останутся в стороне. Вот, поэтому я хотел бы от жителей всего микрорайона передать благодарность. Вот в этом году очень много Роман Иванович сделал для нашего микрорайона. Славянцы, проживающие в Южном, также высоко оценивают работу квартальной по наведению порядка. Также еще добавлю, в этом году была квартальная Наталья Викторовна, благодаря которой тоже у нас на Южном не было мусора, не было зарослей, то есть работа велась хорошая. Не было забыто и садоводческое товарищество «Хуторок», где приведены в порядок дорога, связывающая его с городом, и заасфальтирован близлежащий тротуар вдоль трассы. Хочется выразить благодарность нашей городской и районной администрации за строительство нашей дороги, которая нас связывает с городом. Нам отсыпали... Не только отсыпали, но и отгредировали, и отсыпали очень хорошую дорогу. Отремонтировали и асфальтировали новый тротуар. Приоритетом работы для районной власти является повышение комфортности жизни славянцев. Обустройство микрорайона Южного и Хуторка – это, конечно, дело не одного дня, но благодаря объединению усилий властей всех уровней будет постепенно обеспечиваться большая комфортность. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов. Программа «События».